Боевики на Донбассе снова бьют по жилым кварталам. Из минометов запрещенного калибра обстрелян поселок Водяное. Под огнем противника оказались и позиции армейцев в районах Марьинки, Авдеевки и Троицкого. В последнее время враг сменил тактику, говорят украинские бойцы. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. Построили новый дот прямо напротив нас. И пытаются нас немножко отсюда выдавить с этих позиций. С этой позиции боевики посреди дня и начали прицельно расстреливать из пулемета украинских пехотинцев. Сначала мелкая стрелкотня, потом более тяжело включается. И под конец уже бэха, минометы начинают нас, позиции наши обрабатывать. Ну, рассеивают, конечно, по позициям. Боевики сменили не только время обстрелов с ночи на день, но калибр орудий. Противник стал вести себя поагрессивнее. Гораздо чаще заводит тяжелую технику типа БМП. Часто ведет огонь из минометов, атапки и тому подобное. 82-е мины редко прилетают 120-е. Дуже часто зараз в день, там, с 2, 3 годин, 12 годин, ну, но уже хаотичный порядок має. У них были навчання 14 вересня. Ну, звідтоді вже, ну, якби вони почали так і в день кошмарити, так нормально для них це. Значит, обмежений никаких нема, что-то такое. Не изменился сам противник. Командир подразделения, который держит оборону в песках, оценивает по тактике ведения огня. На окраине Донецка стоят те же так называемые российские отпускники и кадровые военные инструкторы. Стреляют достаточно кучно, точно и с нормальным темпом огня. Есть определенный профессионализм в действиях регулярщиков. Там всегда работают по тактике, перенятой с советской армии России. Типа темп огня техники тяжелой, минимум стрелкового, максимум крупного калибра и техники. Огнем в ответ нашим защитникам удалось погасить очередную атаку врага, и сегодня в песках тихо. В такие часы затишья, как сейчас, по обе линии фронта ведутся инженерные работы. Украинские военные отстраивают свои изрешеченные укрепления, а боевики роют траншеи экскаваторами вплотную к захваченному Донецку. В сам город роют хороший такой соединительный куб, предположительно, по нем может проехать даже танк, ширина там капитальная. И работают они постоянно. Артиллерийские снаряды и шквальный огонь часами больше всего достается от российских наемников Авдеевки и Марьинки. Они выезжают с нашей стороны, мы их, конечно, не видим, только слышим. Ну, с нашего направления. И лупашут туда так хорошо, отчетливо, с аушками, блин, так капитально, по полчаса, по часу. Ирина Баглай, Андрей Косюк, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.